Друзья, товарищи комрады, всем здравствуйте! У нас сегодня на канале вот такая вот очередная распаковочка, довольно-таки очень интересная. И предлагаю для разогрева начать с лезвий. Заказывал на Озоне вот такие вот индийские евромаксы. Ребята говорят, довольно-таки хорошие. Давайте по информации, премиум quality. Но, не знаю, именно такие не пробовал еще. Ну вот... Причем по какой-то там смешной цене вышло 382 рубля или 383. Да, вот так вот дело все выглядит. Ну, блок интересный. Так, запечатано. Сейчас мы его распечатаем. И посмотрим. Угу. Прям все. И давайте пока блок в сторону. Вот в такой целлофане, да, в слюде. Не слюда, целлофан. Целлофан в сторону. И вот так вот они выглядят, сама пачка. Кому интересно, можно по штрих-коду пробить. Евромакс, Индия, даже голограмма. 5 лезвий. Ну, на вид. На вид вроде как бы ничего. Да? Ну, давайте откроем, посмотрим, что внутри. Так, ну давайте сразу распечатаем, потому что подозреваю, лезвие нам сегодня пригодится. Made in India. Ну, здесь как обычно, не протирать, не облизывать и так далее. Вот еще один конвертик. Короче, коробочка в коробочке еще коробочка. Так, и что мы видим? 4 точки клея. Клея не особо много, не как в питерских. Но... буковки все пропечатаны. Это не может не радовать. Итак, вот что есть. Вот эту посылочку заказывал у Александра Савита. Ссылочки, как всегда, оставлю в описании, да. И тут много всего. Предлагаю, давайте, наверное, по очереди. Вот с такого мазка. Шевинг браш, да? Ну, коробочка мало о чем говорит. А должна, потому что это компания Simpson. У них более такие премиальные идут уже в коробке такой, в картонной, обитой красным. Это у нас Simpson Farrington. Так, давайте снизу, наверное, откроем. Угу. Тут такой язычок. Достаем. Здесь вот такая вот штучка, чтобы не потерлась коробку при транспортировке. Ну, считаю это правильным. Так, ну давайте все равно вот так вот уберем. Все равно будем выкидывать. Так, здесь я, по-моему, показал, да? Ну, соответственно, кому надо, поставят на стоп и почитают. Ой, какая шумная. Вот такой вот прям малыш. 19 миллиметров, ручка 51 и узел заявлен 52 миллиметра. Так, тут нас встречают вот такие вот надписи. Чистый кабан, сделан вручную, United Kingdom, Великобритания. В Англии. Александр Симпсон. И тут еще что-то. Очень плохо вижу. ИСТ, да? 19. Или не 19. Ну ладно, потом поближе посмотрю. На пяточке нет ничего.
такой силуэт замочной скважины. Ну, держать удобно. И давайте сразу посмотрим, сколько он весит. Вот этот малыш. Ну, на первое бритье он точно не пойдет, потому что его еще немножко надо будет подготовить. Кстати, продавец сказал то, что могут изначально выпадать волосы. Ворс, да, скорее всего. 59,8. Ну, грубо говоря, 60 грамм. Ну, соответственно, в намоченном виде он будет чуть-чуть потяжелее, да? Но разработать его еще надо будет, чтобы кончики посеклись, чтобы делал очень хорошую и очень приятную пену. Так, это отлично. Давайте его сюда, чтобы далеко не убирать. Так. Все замотано, все запаковано. Так, ага, понял. Что нас встречает? Il piccolo storto. Testina gentle. Да, так вот открывается. Ну, давайте сразу, коль начали. Сначала почитаем. Артикулы. Цвет. Made in Italy. Closed comp. Кстати, интересно, почему-то первый раз встречаю, чтобы закрытые писали closed comp, да? А обычно пишут, когда плита закрытая, пишут solid bar. Тоже интересно. Так, и нас встречает... Нет, подождите, давайте теперь тут по буковкам. По знакомым буковкам. Ну, красивая коробочка такая, красенькая. Прям. Цвета вина красного. Да, тут кому интересно, опять ставим стоп, читаем. Так, и нас встречает пустая коробочка. Соответственно, здесь тоже всякие буковки. И, как понимаю, проспект, да? Или инструкция, или проспект. Пароля, ссылки, явки. Так, ну это нам не очень интересно. И, видимо, да, продавец положил вот в такой импровизированный пакетик. Чтобы в коробочке, как я понимаю, он не потерся, не затерся. Вот такой вот. Так, коробку тоже в сторону. Вот такой вот малыш. Прям реально малыш. Да, общая длина у него 80 сантиметров. Соответственно, ручка у него где-то, как заявлено, 71 миллиметр. Он прям для поездок. Да, самое то. Вес тоже заявлен 70 грамм. И ширина головы 42 миллиметра. Закрытая голова. Есть у меня один фотип, да? Но там открытая голова. Ну и он прямой. Латунька. Такой гильотинный срез. Рез. Так, и давайте посмотрим. 70 ли миллиметров? 74. Даже немножко переборщили. 74,2. Ну, это хорошо, да? Тяжелее не легче. Как понимаю, да. Как понимаю, у него резьба, как у обычного фотипа, размеры. Внутри желтенькая. Так, давайте голову уберем. Вот она отсвечивает. Вот такая интересная ручка. На что-то похоже. На что скажу в бреде. Да, интересная ручка. Так, и давайте посмотрим по
по обработке голову. Ну, слушайте, не все так плохо. У меня в моем фотипе, по-моему, гораздо хуже. И особенно вот с этой стороны, там прям такой, то ли ямочка, то ли бугорок. Ну, короче, видно на верхней крышке, как закреплен вот этот болт. Это на том, на золотистом, на моем. Так, и нижняя плита. Ну, соответственно, логотип фотипа. Небольшие следы, как я понимаю, фрезы, да? Ну, внутренняя часть прям отличная. Вот тут что-то. Да, неплохо. Так, и как он собирается? Итак, и... А вот, да, и так. То есть без разницы. Так, и не зря мы... Да, открыли лезвие. Давайте сразу и посмотрим. Прям, я скажу, лихо закручивается. Само лезвие прям изгибается. Так, а если мы перевернем, ну, я думаю, вряд ли на что-то влияет. Эх. Попасть не мог. Ну, по-моему, все ровно. Но лезвие устрашающе изгибается. Ну, знаю, читал отзывы, ребята говорят, довольно-таки мягкий станок. Ну, это и посмотрим, это и проверим. Хорошо, давайте. Давайте дальше. Так, вот у нас еще один такой пулечек. Он нас встречает. Догадались, нет? Давайте тогда поближе посмотрим. TFC. Давайте сразу. Кому интересно, читаем. Ставим стоп. Ну, довольно-таки интересная подача. Прям в такой коробочке. И вот. И вот тут. Хорошо. Коробочку пока в сторону. Ух, прям аж через пробку аромат. Имеет вот такой дозатор. Ну да, не сказал, это лосьон. Спиртовой лосьон TFC. Так вот, дополнили комплект. Теперь будет комплектик. По аромату расписывать не будем. Ну, во-первых, уже был обзор на мыло. Как я не как понимаю, а как и есть, аромат одинаковый. Да, довольно-таки одинаковый. Но составляющая пирамиды там прям очень огромная. Но по запаху могу сказать, вот как я это чувствую, да, вот для меня пахнет прям очень дорогим туалетным мылом. Барбоса Серра. Ну, соответственно, картиночку повторяю, да. Так, и очень прям интересно будет попробовать. А процент алкоголя, наверное, не пишу, да. Просто алкоголь. 100 миллилитров. Да, содержание, процент содержания алкоголя здесь, как я понимаю, нету. Ну, ладно, хорошо. Вот прям теперь не терпится попробовать. Так, далее у нас еще кулечек. Так, мне уже убирать некуда.
И заказал еще стерлинги. Вот с таким интересным названием D503. А, насколько помню, раньше это была лимитка, продавались в маленьких баночках. Я уж не помню, по сколько они грамм. По-моему, грамм по 80, что ли. Могу ошибаться. Но тут 170 грамм. 5,5. Нет, 5,8 ОС. Жировой, ланолин, ши, масло. Так вот выглядит. Вот такое вот наполнение. Аромат. Ну, я бы не сказал, что прям сильный. Но такой довольно-таки средний. В нос не бьет. Так, давайте читаем. По составу. Вот именно у стерлингов прям очень-очень много ароматов. А по аромату здесь, то есть копия на Монбланк Легенд. Да, здесь цитрусовые. Лаванда, роза, сухофрукты, герань, мох, сандал, бобы тонко и эвернил. Очень интересный аромат. Мне вот парфюм прям запал в душу. Когда-то у меня был. И отдельно покупал тоже Монбланк. Имеется в виду отдельно лосьон. И, соответственно, комплект. Вот такой вот фунфырик. 100 миллилитров. Ну, соответственно, по аромату, как я понимаю, то же самое. Монбланк Легенд. Тоже процентное содержание спирта не написано. То, что западаешь-то. Не хочет, не хочет. Не хотит. Лот, 12 месяцев. И вот так вот. Но это еще не все. В коробочке было еще вот такие вот интересные лезвия. Давайте начнем с джилета. Серый джилет я не пробовал. Вот теперь удалось... Вернее, пока не удалось, да, но надеюсь, что удастся попробовать. И Индия. А насколько знаю, по-моему, серый еще в Питере делали когда-то. Так, пачка Астры. А что примечательно, это уже не питерская Астра. Это Астра, которая сделана уже в Индии. Вот на самом деле очень-очень прям интересно ее будет попробовать. Made in India. Зеленая Астра. И интересно, отличается они от питерских или нет? Вот большой вопрос. Потому что Астра для меня довольно-таки интересные. Интересные лезвия. И вот такие вот лезвия, за которые я даже ни разу и не слышал. Pro Edge Platinum. Тоже 5 штучек Platinum. 5 штучек платину. И здесь. Да, тоже Made in India. Так вот выглядит. Ну, обязательно. Обязательно все это попробуем. Так, ну, и для меня еще тоже недавно получил вот такую посылочку. Ну, это уже подарки от друзей. Дружан, тебе привет. И большое спасибо. А, ну, первым номером, да, идет вот такой вот, как я понимаю, кофе, да? Я такой кофеман, кофе очень люблю, пью каждый день, пью много кофе. А вот такое кофе я даже не видел и не слышал. Ну, кому интересно, может быть, по штрих-коду пройдите, посмотрите. Не видел, не слышал и не пробовал, соответственно. Так, что тут у нас? Крепкая, да? Что указывает стрелочка. Крепкое кофе мы любим. Вот так вот. Картиночка. Спасибо. Спасибо большое. И груминг депт.
такое вот дымное, серое. Чардж, да? Как переводится? Зарядка, заряжение, заряд. Я думаю, у нас люди есть на канале с хорошим английским. Думаю, переведут. База Кайрос. Кстати, пробовал тоже пробник. Очень, прям вот очень понравилось мне. База Кайрос от Мухаммеда. На канале есть тоже на Grooming Depth каскад, по-моему, называется. Кстати, баночку уже закончил давно, но там база Лусса. Ну, довольно-таки тоже интересная, но мне вот именно вот эта база понравилась больше. Вот так вот все дело выглядит. Ух, аромат просто бомбический. Здесь аккорды конопли, зеленые ноты, смолы, древесные аккорды, кофе, табак, благовония и ут. Но, зная описание Grooming Depth, да, не всегда оно сходится. То есть аромат и описание. Но здесь именно что-то одно выделить не могу. Ну, прям аромат, как говорят, зашел. Да, зашел на все 100. Спасибо. Спасибо еще раз. Огромное. Так, ну и вроде как бы на этом все. И то мы довольно-таки затянули. Ну, в принципе, вещей у нас, да, немало с вами на ближайшие обзоры. Так что, так, что у нас еще? И вот такой лосиночек. А, ну и куда же без него, без фотипчика. Да, скоро будет видео. Из чего-нибудь 100% начнем. Ну все, спасибо, ребят. Давайте. Удачи. Увидимся на обзоре. Arrivederci.